опорного полузащитника. Данил Куликов, 69-й номер. Передача в центр штрафной площади в направлении Белаковича. 31-летний Рене Светы был в кадре, а подает Куликов. И рядом со штангой пролетает мяч. Но можно сказать, что это первый опасный момент у ворот. Хорошая атака может получиться у железнодорожников. Хорошая, пока есть даже численное, было численное преимущество в атаке. Но мяч потерян, впрочем, Локомотив его северный. Можно ударить, действительно, почему бы и нет. И вот так даже опасно ударить. Никаких отборочных раундов. Куликов в очередной раз навешивает. И там выигрывает воздух Локомотив. И вот с пятой попытки забивает. 1-0. 1-0. Железнодорожники повели. Довольно интересная игра была. Хороший соперник. В первом тайме нужно было сбивать даже больше, я считаю. 100% 4 момента. Но во втором тайме чуть-чуть подсели. Харвин пошел в прессинг. Но ничего, справились и 1-0 выиграли. Контроль мяча, 100% концентрация, прессинг – самое главное. И забивать свои моменты – это нужно, да. Да, мы выполняем на тренировке стандарты. И выиграл у игрока воздух. Но там так получилось, попал в соперника и залетел в ворот. Для всех мы друг друга подбадриваем. Говорили не сбавлять темп, дальше идти. Знали то, что соперник побежит в прессинг. И главный тренер нас об этом предупреждал. Вот вы вышли, как видите. Нужно до конца сейчас на 100% выложиться, а потом уже один день там у нас отдых и опять за работу. Рыбчинский навешивает. И набежавший Макеев, капитан, откликается на эту передачу, но только с внешней стороны тревожит сетку ворот Рене Светая.